Где они сейчас? Актеры фильма «Человек-паук» спустя 19 лет. Супергеройский фильм вышел еще в 2002 году. Как это было давно. Он был признан самым успешным фильмом по комиксам своего времени и даже был номинирован на премию «Оскар». Тоби Магуайр сыграл главного героя фильма Питера Паркера, того самого Человека-паука. Спустя 7 лет перерыва в кино Тоби появился в фильме «Человек-паук. Нет пути домой». Актер не женат, но у него есть двое детей прошлого брака. Кирстен Данст сыграла одноклассницу Питера Мэри Джейн. В этом году актриса появилась в драме «Власть пса». С 2017 года актриса замужем, пара двое детей. Джеймс Франко сыграл друга Питера Гарри Осборна. Актер не появлялся в новых ролях с 2020 года. Сейчас ему 43 года. Он никогда не был женат. Детей у него нет. Уильям Дефо исполнил роль отца Гарри Нормана Осборна. Актер активно снимается в кино. Он также появился в новой части «Человека-паука», а также в триллере «Аллея кошмаров». С 2004 года он женат на итальянской актрисе. Клифф Робертсон появился в фильме в роли дяди Питера Бена Паркера. Актер ушел из жизни в 2011 году. Ему было 88 лет. Его фильмографии около 100 работ. Розмари Харрис сыграла тетю Питера Мэй Паркер. Сейчас актрисе 94 года. В 2020 году она появилась в сериале «Отыграть назад». Так она больше не снимается в кино. Джонатан Симмонс сыграл редактора газеты Джея Джеймсона. В этом году он появился в фильме «Война будущего» и других. Уже 25 лет он женат. Джо Манганьелло сыграл парня Мэри Джейн Флэша Томпсона. Сейчас ему 44 года. В этом году появился в фильме «Лига справедливости» Зака Снайдера. Актер женат 6 лет на актрисе Софии Вергаре. Билл Нан также сыграл редактора нью-йоркской газеты Джозефа Робертсона. Его не стало в 2016 году. Актеру было 62 года. За всю карьеру в кино появился в 65 лентах. Майкл Папа Джон сыграл бандита Денниса Карадин. В этом году сыграл детектив воспоминания. Сейчас ему 57 лет. Он женат. У пары есть сын Шон. Элизабет Бэнкс исполнила роль секретаря Бетси Грант. Актрисе 47 лет. Она замужем. У пары двое детей. Последняя ее роль – это роль Джилл в сериале «Миссис Америка» 2020 года.